Ее вещей, можно сказать, не осталось. Что же мы тут с Артурчиком кушаем? А такие вот мы красивые. Супер полезные, типа. Короче, отрава. Вот это вся полка закаток. Будем пробовать, может, Артуру опять понравится. Да, сегодня малышу год и 7, 27 числа. Мы решили сделать перестановку. Смотрите, как классно мы сделали. Свобода, светлота. Всем доброе утречко, хотя у нас уже не утро, а обед. У нас уже 12 часов. Сегодня наш день без Аринки. Начался в первую очередь с уборочки. Все вычистили. Все вещи я перебрала, которые оставила, на ненужные выбросила. Что-то отдадим. То, что ей уже совсем не нужно, но жалко выбросить. Так что ее вещей, можно сказать, не осталось. Ни вещей, ни игрушек, ничего. Ну, вот такие вот уборочки произошли. Только-только закончилась. С Артурчиком вдвоем он мне, конечно же, помогал. Вот, а сейчас у нас обед. Мы кушаем и отдыхаем. А потом, возможно, сходим на уличку погулять. Правда, на улице у нас такой ветер большой вообще. Ну, конечно, хорошо прохладиться после жарких дней. Надо, чтобы и такие деньки были, да, летом. Так, а что же мы тут с Артурчиком кушаем? Артурчик пюрешку кушает. Я ему теперь несколько блюд даже не предлагаю, потому что он тогда просто не ест. Видимо, на контрасте ему что-то кажется невкусным. Ну, что ты делаешь? Кушай, малыш, что ты делаешь? Бери сам. Бери, ешь. Ну вот, еда у нас сейчас пока простая, некогда было готовить. И вчера тоже вечером ничего не снимала. Так что вот так. Доедаем, что есть. Холодничок еще остался. Помните, я делала с молодой свеклы? Ну и картошечка. Все, будем кушать и смотрим мультик. В общем, отдыхаем. Ну что, а пока мама тут рядышком сидела, кушала, Артурчик у нас тоже кушает. Вот такие вот мы красивые. Весь вымазался, только помылись сегодня. Опять надо ставить себе под душ мыть. Ну ты кадр, Артурчик. Артурчик спит уже третий час. Я только что видео смонтировала вчерашней поездки. Вова со своей сестрой и мужем сестры отвозили Аринку к моей маме на лето. На машине. Было интересно довольно. Посмотрите обязательно. Там Вова сделал обзор квартиры, где Аринка будет жить летом. Сходили в огородик. Ну, в общем, прикольно. А он и Вова идет. Сюда надо смотреть. Ну что там наготовила? Что-нибудь вкусное? Да. Покажешь? Тут у нас просто супер вкусный чай. Новый вчера с Вовой сходили в магазин, купили новый чай. А какой ты именно заварил? Я заварил ягодный пирог. Вот такие чаи нам сейчас нравятся. Кстати, пахнет очень вкусно. Дай понюхать. Ну, непонятно пока чем. Ягодный пирог. Вот такой состав. Обалденный чай и чайные шедевры. И второй весна и ягода. Это два новых вкуса взяли. В общем, будем пробовать. Супервкусная гречка с рисом будет. Гречка с рисом. Нового любит такой микс. А это я сварила щавель. Суп со щавлем и с капустой. А здесь супервкусный. В кавычках. Подожди, да, извините, не видно. Купил вчера Вова палочки кукурузные. Супер полезные, типа. Короче, отрава. И соленая. Я решил... Написано же, без сахара и подсластить. Так я думал, может, ну, вкусное будет без сахара сладкое. Может, сладкая кукуруза. Поэтому я решил смешать их с вареньем, съесть. Супер полезным вареньем. А, бабушка же там надавала. Мама моя вчера надавала нам. Ну-ка, покажи. В закатах куча. Вот это вся полка закаток. А варенье она не давала, кстати. Она дала это. Яблочное пюре. Мешать. Яблочное пюре дала. Сок виноградный, березовый. Кабачки, огурцы, куча салатов, щавель, в общем. И вот еще салатики. Вот это мы уже открыли. Тоже. Ну, все салаты, в принципе, вкусные. Мне не все, но очень многие нравятся ее салаты. Так вот. Не зря съездили. Шутка. Так, что ты еще сделал? Надеюсь, лёнь не добавлял? Нет, конечно. Слава богу. Так у нас нет льна больше. А, зато тут арахис или нет? Тут грецкого ореха чуть-чуть было. Я добавил арахиса, чтобы было побольше орешков. Изюм,
И кокосовая стружка. Я ну, финики успел. Закончились, вот попробуем. На мясорубку крутил, да? Да. Все, будем пробовать. Может, Артуру опять понравится. Кстати, пахнет вкусно тоже. Такой. Покажи. Бутиками. Точнее, не бутиками, а батончиками. Ну, кстати, да. Батончиками. А если бы ты еще какао добавил, был бы шоколадный. Я не подумал. Там еще остался изюм, можно сделать какао. Ну, вот такие дела. Может, сейчас сделать? Да зачем? В другой раз. Все, Артурчик пока высыпается, мы свои дела делаем. Отдыхаем, да? Угу. Ходим по квартире спокойно, без Артура. Вот. А у нас сегодня на улице ураган. Какой-то ураган. Это вообще вид... Ну, сейчас уже уменьшился, вон, кстати. За дерево сломало, за горкой детской лежит. Недавно, полчаса назад. Такой ветрище, что жуть. Ну, порывами сейчас нет урагана. Но сейчас уже меньше намного. Год и съем, малыш. Ты такой взрослый, уже сам ешь все. Да, сегодня малышу год и 7, 27 числа. Да-да. Кушает супчик, который я сварила, щавель с капусточкой. Ему нравится. Он сегодня так, когда картошку ел, весь вымазался, прикинь. Да он опять весь вымазался. Нет, это слабо. Лоб, голова, ноги, руки. Что ты давишься? Пришлось его мыть, короче, полностью. В ванной отдавать. Кошмар, он, конечно, поел. Артурчик, может, ложкой будем есть, нет? Руками ну, удобнее. Ну, интересно, куски вылавливать. Там морковку я крупно порезала специально кольцами. Ой, как интересно. Ты, главное, такая. Смотри, чтобы он эту миску не вывернул. Артурчик. Ладно. Давай ты не будешь играться. Вот, а у нас чаепитие с Вовой. Так, кстати, вкусный Артур. Чаек, как компот, Вова сказал. Артур. И вот эти вот Вовины, короче, сладости полезные. Хочу сейчас попробовать, кстати, сказать мое мнение. Вкусненько. А ты знаешь, что вкусно? Да. Да. И сытно будет, конечно. Прикольно. Тебе точно понравится. Лучше, чем сольно. 100%. Ну вот и дождик пришел. Ветрище прям пришлось закрыть окно. Вообще кошмар. Передавали красный уровень опасности сегодня. Оранжевый. Красный. Так что вот так. Ну, мы дома, так что все хорошо, нас на улице нет. Тум-тур-рум, что у нас творится? Мы решили сделать перестановку, потому что... Кое-кто лезет вечно на подоконник. Кое-кто, да, вечно в окно лезет, на подоконник, и вообще, сколько можно. Хотели как-то окно заставлять, ничего не придумали, потому что без окна очень жарко. Вот, и мы решили поставить вот так. Что получится, потом увидим. Ага. Так, ну что, что-то уже проясняется. Так, Артур решил с кусачкой поиграть. Вова мне показал, сказал, посмотри на жулика. У жулика новое коронное место теперь. Гляньте, как классно тут будет им, ну. Супер просто. Ну, пока так будем. Пока Аринки нету. Потому что надо же как-то обезопасить малыша. Нам здесь очень жарко в этой комнате. Поэтому мы решили сделать так, чтобы окно было открыто. И он туда не лез, да, любопытный? Артурчик. Так что вот так вот. Ну, будем продолжать. Посмотрим, что еще получится. Хотим, кстати, вот этот стол отдать. Он у нас неполный. Этот стол, мы когда перевозили, его половину чуть ли не растеряли, потому что он здесь высокий был. Тут принтер можно было наверх ставить. В общем, решили его отдать уже. Он нам не нужен. Итак, все готовы увидеть, что у нас получилось. Это вход в комнату. Смотрите, как классно мы сделали. Ну, там порядок, конечно, наведется. Вот, наш диван-кровать стоит. Стол передвинули. Мой стол, ну, вернее, Аринин стол. Мы давно хотели, в принципе, избавиться от него. Избавились, он нам не нужен. И вот этот стол с полочками. Телевизор теперь тут стоит. Вот так вот. Намного прикольнее стало. Так что вот так. Свобода, светлота и свежий воздух. Да, Артурчик. У нас, наверное, уже 11 час. В общем, поздно. Но зато сделали хорошее дело. Мне очень нравится обстановка. Лучше, чем было. Кто-то у нас уже спотуньки хочет, Артурчик, так? Так.